Более 100 юных северян, получивших помощь, и 4 новых обращения от родителей, столкнувшихся с горем. Первое в этом году заседание общественного наблюдательного совета акции «Помоги спасти жизнь ребенка» началось с обсуждения рабочих моментов. Пожалуй, главными действующими лицами акции «Помоги спасти жизнь ребенка» выступают сами мурманчане. За 3 года они пожертвовали более 3 миллионов рублей. При поддержке городских организаций и предприятий эта сумма перевалила за 9 миллионов рублей. Средства были направлены на помощь детям, страдающим серьезными заболеваниями. Поддержку получили более 100 малышей. Кроме того, в рамках акции в Мурманск уже 2 раза приезжала бригада хирургов Тульского института клинической реабилитологии. В новом году на поддержку в рамках акции уже заявились 4 человека. При этом, несмотря на то, что программа муниципальная, есть заявки из области. У нас есть обращение по поводу ребенка, проживающего в поселке Мурмаши и в Заозерске. Вот. И вместе с тем есть еще 2 обращения тех родителей, тех пациентов, которые обращались в том году. То есть по поводу повторного оказания материальной помощи. Поэтому будем рассматривать данный вопрос. Если говорить о патологии, она различного характера. Есть и с нарушением опорно-двигательного аппарата, и ДЦП, и онкопатология. Все стали, привыкли к тому, что акция действует на территории города Мурманска. И не устаю, и в очередной раз хочу и поблагодарить мурманчан за активное участие в этой акции, и выразить надежду, что и, может быть, в непростом 2015 году, но милосердие нас не оставит, и действительно фонд будет пополняться с помощью наших горожан, а наш попечительский совет будет обеспечивать, чтобы все эти средства направлялись очень эффективно, действительно в пользу тех детей, которые в них нуждаются.